Здравствуйте, ребята. Мы приехали на одну трейл в Исакве, штат Вашингтон, которая называется Двинс Вей Трейл. Двинс Вей Трейл. Вот Двинс Вей Трейл. Но так как в связи коронавирус и в штате Вашингтон закон носить маски в публичных местах, ну, на тропе это такое не очень публичное место, но все равно мы встречаем людей. И они обычно идут на нас. И чтобы просто люди были спокойны, то мы взяли вот такие маски, как ниндзя. И мы будем надевать вот так. Так, ну что? Бутерброды взяли, самое главное. Бутерброды взяли. Да? Водку забыли. Но ничего, у нас есть вода вместо водки. Лучше водку не советую брать в такой ситуации, потому что можно заблудиться, если много водки выпьешь. Сегодня я взял новую линзу, то есть не новую, а другую, она уже старая, если честно. Но я купил специальный адаптер такой, MetaBone Speed Booster для Panasonic GH5 для Micro Four Third камеры. Это такой адаптер, где тоже есть стекло в середине, как у линзы. И с помощью этого адаптера ты можешь, линза, которая для кроп-сенсора, для Canon, она может также быть и приспособлена для Micro Four Third камеры. Вот. И это широкоугольная линза, старая Sigma 8-16. Она уже... И мы будем снимать на восьмерке. Это будет очень широкий угол. И, кстати, когда мы ставим этот MetaBone Speed Booster на камеру, то Micro Four Third сенсор встает кроп-сенсор, как в Canon и кроп-сенсор камерах. И это как раз линза для кроп-сенсора. Она широкоугольная и маленькая. Ну, она чуть-чуть такая тяжеловатая, но как бы не full frame, потому что full frame потяжелее линзы. Вот. И мы вот так ставим и будем ставить такой сетап на гимбал. Вот. Настроим фокус. Ручной тут фокус, так что надо сначала сфокусироваться. Сфокусировались. А, очень тяжело снимать и себя, и тропу. Две стороны, в одну и в другую. Но ничего, зато снимем себя с разных сторон. Будет интересная съемка. И вперед. Вперед, вперед. О, солнышко светит. Цветочки. Так, какая-то тропа вверх пошла. И прямо. Мы идем прямо. Так. Заборчик. Деревянный, красивый. Старый. Идем прямо. Не сдаемся. О, это кто такой с дерева вылез? Это не этот? Не гоблин? Я думал, это гоблин с дерева вылез. А оказывается, это ты. Не отступать и не сдаваться. Был такой русский фильм. То есть американский фильм. Ну, с русским названием. Американский фильм с русским названием, да. Как скажу, ну. Пил? Пил? Нет. Это резаник, язвенник. Да шучу. Да нет, не пил. Это потерь.
светит камера. Мурас Бридж. Покажи, Ярослав, нашим зрителям. Тут мост красивый. Мы ее пройдемся два раза. В одну, в другую сторону. Усміхніться, вас знімає прихована камера. Вона прихована чи не прихована? Вроді не прихована. Встав я, устав. Давай, рюкзак, у тебе бутики. Ми покушаємо вкусні бутики. Бутерброды. Ой, если бы я взял Red Bull, может быть, смог. В следующий раз я беру кофе. Вечно вот там же. А, ладно, зачем мне это кофе? Как-то пройду без кофе. Вот сейчас бы не помешала чашечка тепленького кофе, да? Да еще с молоком, да? Ну что, ребята, начинаем. Покажем, что у нас здесь за аппаратура. Panasonic GH5. MetaBone Speed Booster Adapter, Sigma 8-16, очень широкая, и Osmo Action Camera, которая нас, меня снимает, как я снимаю. Начинаем хайк. То есть продолжаем хайк, не начинаем. Мы сейчас перекусили, и теперь будем дальше двигаться, как говорится. Покажи нашим зрителям, как красивый лес какой. Широким углом, да? Сколько деревья? Высокие. Старые высокие деревья. О! А здесь начинается темный лес. Так что нам надо поднять ISO в камере с 800 на 1600. Пошел вверх. Надо передышку. Ну, видите, она вот так не падает, но так еще как бы, видите, падает вниз. Я думаю, нам на низ сюда. Болото, осторожно, слизко.